в шестой раз прошел чемпионат по автозвуку и тюнингу «Автофест». Его организаторы – такие же любители автомеханики и креатива в дизайне. Конкурс проходит по двум категориям – автозвук и тюнинг. Это улучшение характеристик технических, то есть увеличение мощности там, в 2, в 3, 5 раз. Улучшается тормозная система, подвеска, рулевая система. По автомобилю, который мы представили, расчетно ВАЗ-2107 имеет там, мощность порядка 80 лошадиных сил. Сейчас мы планируем где-то порядка 500-600 сил. В этой номинации победителем стал механик из Уфы Азат Валиев. На суд-жюри он представил свою Nissan Тиана, в которую он уже вложил более 500 000 рублей. К машине руки чужих мастеров мужчина не подпускает. Свою «Ласточку» Азат тюнинговал самостоятельно. В машине у него имеется даже игровая приставка. На автомобиле установлен кастомный обвес компании «Валт Япония». Также перекрашен автомобиль в жидкую резину. Установлены колеса 19-й Веренди. Изменена оптика, ну и по салону много доработок. А этим водителям важно, чтобы звучало погромче. Жюри измеряют громкость их динамиков на разных частотах – 25, 35 и 45 Гц. 30-50 тысяч рублей – самые простенькие системы. Есть там многомиллионные проекты. Были автомобили, они выдавали за 150 с плюсом децибел. Неподготовленных людей предупреждают, что могут быть проблемы с сердцем. Здесь именно представлен бюджет, который по карману практически каждому. Сами делали, да, изготавливали петли, согласно чертежей, взятых из интернета. Все это монтировали сами. Каждую дверь удерживает газовый амортизатор мощностью в 2500 ньютон. На площади также была организована выставка кроссовых, внедорожных и ретро-автомобилей. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.